Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами Михаил Игнатьев обсудил с главами администраций. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Согласно федеральному закону, вся страна должна перейти на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Чувашия перешла на нее с 1 октября. Отныне весь цикл – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора – контролирует региональный оператор МВК «Экоцентр». Компания уже заключила договора с 11 организациями на сбор, обработку и захоронение ТКО. Чтобы убедиться, насколько рекоператор справляется со своими обязанностями, Минстрой Чувашии провел ряд выездных проверок. По результатам проведенных мероприятий выявлено в Алаторском, Шумерлинском, Альковском, Порезском, Ядринском, Вурнарском и городе Алатри, город Шумерле, соответственно, не обеспечивается надлежащий вывоз твердокоммунальных отходов и не определены места сбора и накопления ТКО и контейнерных площадок. Руководители ряда муниципалитетов, в свою очередь, пожаловались на проблемы с вывозом крупногабаритного мусора. Кроме того, отдельные перевозчики отказались вывозить мусор из-за новых тарифов, которые установил региональный оператор. Михаил Игнатьев потребовал объяснения. В отдельных микрорайонах, в отдельных территориях, я сказал вначале, еще раз повторяю, у нас контейнера заполнены мусором, около контейнеров лежат и ветки, сейчас вот осенью кто-то убирает, и мебель бывшего употребления, которую выбросили там жители многоквартирных домов. Вы выиграли конкурс, шли на этот ответственный шаг. 1 октября вы должны были быть готовы. Сейчас эта работа налаживается путем усиления количества подвижного состава. Мы в течение предстоящей недели это все приберем. Вот. Конструктивная работа с главами муниципальных образований налажена. Руководитель региона потребовал от регионального оператора в кратчайшие сроки навести порядок, чтобы не было переполненных контейнеров в населенных пунктах, и решить все вопросы с перевозчиками ТКО. Минстрой и госжилинспекция Чувашии поручено усилить контроль за ситуацией. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.